Всем привет, на связи Давид Рязаев, и сегодня у нас будет поистине уникальное видео. Хочу вам показать с агрегатора Т-банкрота топ-5 лотов, которые можно купить до 1000 рублей. Друзья, до 1000 рублей, и в конце я вам дам один бонусный лот. Можно от 1 рубля купить баню, котельню. В общем, друзья, поехали. На торгах по банкротству часто банкротятся банки, и у них на балансе числится оргтехника и серверное оборудование, которое стоит очень много денег. Итак, друзья, вашему вниманию хочу представить торги должника ООО Про Бизнесбанк. Друзья, у них на балансе числится очень много мини-принтеров Epson TM-U950. И продаются они сразу по 4 штуки. Обратите внимание, у нас сейчас идет публичное предложение. Старт идет всего лишь 969 рублей 30 копеек. И последняя цена будет 387 рублей 72 копейки. Давайте посмотрим рыночную цену этих мини-принтеров. Заходим в Яндекс. Пишем Epson TM-U950. И что мы видим, коллеги, даже на том же сайте Авито, где продается бэушная техника, мы видим, что данный принтер стоит 12 тысяч рублей. Давайте считать прибыль. Минимальная цена, по которой возможно купить аж 4 штуки, уже ниже 1000 рублей. Покупаем за 1000 рублей 4 принтера, продаем их по 5000 рублей. 20 тысяч рублей вы уже зарабатываете только на этих мини-принтерах. И что самое главное, данные мини-принтеры очень часто встречаются на торгах по банкротству. Это мы можем проверить на агрегаторе Т-банкрот. Вбиваем в поисковике Epson TM-U950, нажимаем кнопочку «Поиск». И, друзья, обратите внимание, этих принтеров у нас очень много. Вот обратите внимание, лот 59, лот 60, 61, 62 и так далее. Это все принтеры Epson. Вот, собственно, вашему вниманию был представлен лот номер один. Поехали дальше. Торги все того же должника ООО «Про Бизнесбанк». Сканер Fujitsu FI6130Z, который находится в городе Саратов. Стартовая цена 999 рублей. Цена отсечения 399 рублей 60 копеек. Все по такому же принципу. Идем в Яндекс, вбиваем сканер Fujitsu FI6130Z. И, друзья, заходим на агрегатор цен в интернете, есть такой салок e-catalog.ru, и вот обратите внимание, данный принтер стоит 7265 рублей. Выгода очевидна, купили за 1000, продали за 4, плюс 3 как минимум имеете, и это очень быстрая сделка. Поехали, друзья, дальше. Лот номер 3. Все того же должника «Про Бизнесбанк». Сразу скажу, я далеко не ходил. Я взял одного должника и посмотрел, что у него есть. Банки в России у нас банкротятся, как вы знаете, каждый месяц по 2 банка точно. И у них на балансе у всех числится аналогичная техника, аналогичное оборудование. Итак, что мы тут имеем? Маршрутизатор Cisco, всемирно известный бренд. Cisco 2811. Стартовая цена всего лишь 351 рубль. Цена отсечения в 140 рублей. И, друзья, все по такому же принципу. Идем в Яндекс, вбиваем Cisco 2811 цена. И заходим, друзья, на Яндекс.Маркет. И цены вы видите сами. 23 тысячи рублей, 43 тысячи рублей, 25 тысяч рублей и так далее. То есть цены у нас прыгают в разброс в зависимости от состояния. Состояние у нас бывает новое, бывает бэушное. В общем, данный маршрутизатор, его рыночная цена от 20 тысяч рублей. И это мы с вами рассмотрели лот номер 3, маршрутизатор Cisco 2811. Следующий, друзья, лот все того же должника, пробег. Бизнесбанк, и у нас тут смешанный лот. Мои самые любимые смешанные лоты, когда в одном лоте находится 2, 3, 5, 10 позиций, и цена на них падает до 10-20% от рыночной стоимости. То есть тут максимальная выгода. Итак, что мы тут имеем? У нас тут точка доступа Cisco 1, точка доступа Cisco 2, еще одна точка доступа, и также у нас тут сейф взломостойкий, его аббревиатура
аббревиатура CB4.05CC09D. Итак, даже на примере двух точек доступа Cisco, давайте мы сейчас посмотрим, сколько они стоят, мы можем посчитать стоимость данного проекта. Заходим в Яндекс, вбиваем точка доступа Cisco AIR AP1131, и вот, друзья, цены от 5000 рублей и выше. Вот такие цены на всемирно известный бренд Cisco. Следующая точка доступа, которая находится в нашем смешанном лоте, это точка доступа Cisco AIR CAP2902. Заходим в Яндекс.Маркет и смотрим цены. Цены у нас тут от 28 тысяч и выше, в зависимости от состояния, в зависимости от дополнительного функционала данной точки доступа. И это, друзья, мы с вами рассмотрели лот номер 4. Напомню, мы рассмотрели 4 лота стоимостью до 1000 рублей. Итак, друзья, переходим к лоту номер 5. Мы сейчас рассмотрим торги должника ООО НПО «Мостовик». Всероссийский известный должник. Мы у данного должника уже пару десятков лотов забрали. И сегодня вашему вниманию, друзья, товарно-материальные запасы. Обратите внимание, тут очень много их. У нас тут 274 позиции. У нас тут представлен и электрофрезер Штурм ЕП1117, и шкафы металлические, и часы настенные, и малая бытовая техника, чайники, тостеры, печи. И также, друзья, я тут вижу среди всего этого наименования видеокамеры, дорожные знаки, емкости разного объема и так далее. Текущая цена, друзья, на данный лот всего лишь 1 рубль. И давайте, друзья, зайдем на электронно-торговую площадку. У нас площадка nistp.ru, лот номер 789, текущий статус, идет прием заявок. Текущая цена, друзья, всего лишь 1 рубль. Задаток на интервале составляет, друзья, 20 копеек. Я вам напомню, по условиям регламента любой торговой процедуры у вас есть 30 дней с момента выигрыша, чтобы оплатить данный лот. За 30 дней уже все товарно-материальные ценности можно протестировать спрос на Авито и уже часть из них реализовать. Вот, собственно, друзья, я вам и показал 5 лотов недели, которые мы нашли буквально за 5-10 минут на коммерческом агрегаторе tbankrot.ru. Хочу вам показать еще один бонусный лот, который мы сегодня также оперативно нашли, все на том же агрегаторе. Итак, друзья, обратите внимание, площадка ETP Profit. Profit — электронно-торговая площадка. У нас сегодня должник МУП КДУ. И обратите внимание, у нас тут лот номер 1, здание бани номер 7, лот номер 2, здание котельной. Все данные лоты идут в статусе «идет прием заявок». Цена на периоде, друзья, 1 рубль, размер задатка 10 копеек. Данная баня и котельня находятся в городе Прокопьевск. Давайте мы скачаем описание лота и детально посмотрим, где же находятся данные объекты недвижимости. Скачиваем описание лота, открывается файл, и мы видим лот номер 1, здание бани номер 7, находится по улице Углекопская, 19, город Прокопьевск. Предлагаю перейти на Яндекс.Карты и посмотреть, где же это находится. Вот, друзья, целых 2 здания продаются сейчас на торгах по цене в 1 рубль. Друзья, что можно сегодня купить за 1 рубль? Ничего. А на торгах по банкротству можно купить целое здание бани или котельной. И у вас еще для этого есть 30 дней для оплаты. Присоединяйтесь в сообщество аукционных брокеров. Нам нужны профессионалы, чтобы завоевывать данный рынок. Сегодня я сделал обзор топовых лотов недели. Если вам данная рубрика понравилась, пишите ниже комментарии. Будем для вас периодически выкладывать такие самые вкусные лоты. Вот, ну, собственно, у меня на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте в колокол. На связи был Давид Резаев, Национальная ассоциация аукционных брокеров. Пока-пока.